Салям, салям, всем привет. Решила я сделать небольшой челлендж, отвлечься от реакции на клипы. Есть такой челлендж, угадай песню за 10 секунд, Q-pop версия. Видео коротенькое, 3:43 всего. Раз, два, три. Будем загибать пальцы, я не знаю, сколько здесь клипов, я не смотрела еще этот ролик. Погнали, первая. А, не первая. Просто за кассу. Bye, bye, girl. Я не могу выговорить это слово. Вообще. Это же так, тут 2 балла. Это... Господи, боже мой! Деруда! Почему вылетело из головы? Я не знаю эту песню, поэтому не могу сказать, что это. Гатон Ава А. Я слышала лирик-версию только этой песни, поэтому я не знаю ее. Так, это не Кью. Лиса. Хотела сказать, что Crystals, да, но в какой-то момент я застряла, начала сомневаться. Поэтому ладно, пропускаем. Не угадала. Так, здесь 3, да? 91. Так, сколько там? 10, 15, у меня нет. А, рыцарь. Я рыцарь Кипов. Да, до отца мне еще далековато, как многие. А почему-то отец Кипов фамилия, а не Кипов. Как видите, далековато, да. Нет, с Crystals я затупила в какой-то момент. Я поняла, что это они, но я засомневалась, не знаю почему. Видимо, не так часто я слушаю Crystals, чтобы совсем с лету угадывать. Еще там угадай по 3 нотам, это тоже как бы. А есть еще изи-версия, тут я наткнулась случайно. Давайте тоже сделаем. А, тем более они короткие, а нет, 10 минут. Ладно, давайте на изи-версию тогда. Я не знаю, кто составлял эти ролики, но, ребята, спасибо вам. Так что я быстренько сделаю, наверное, и на этот тоже ролик. Будет немножечко, назовем это разрядкой между реакциями. Потому что у меня все на клипах в основном замешано. Погнали, 1, 2, 3. А, песня наоборот. Нет, это я не угадаю. Все, короче, это я точно не угадаю. У меня проблемы с перевертышами.
жестко, да? Ну давайте попробуем. Это что-то, знаете, вам. Лайс! Да, это она. Но я тупица. Все, мне сложно, я ненавижу перемотку. Это женская группа. 100%. Христос. Да, Сулу. Я даже супер известные песни не узнаю. Я как-то смолтек скачала на одном из мероприятий. Меня там чуть не унизили. Подождите, поставлю на паузу. Третье там. Расскажу эту историю душещипательную. Я сижу, значит, никого не трогаю, кушаю сэндвич свой, потому что мы там на мероприятии были кей-поп, очень много народу было, очень долго все было, я решила покушать. Сижу, перекусываю, там идет какой-то конкурс, вообще влево от меня там на сцене две моих подруги тусуются, точнее, одна моя подруга тусовалась там, одна из моих подруг, которая подруга подруги, в общем, не важно. В общем, она там была ведущая, и она стоит там на сцене, что-то там проводит какой-то конкурс, и я, значит, вообще сижу, вообще, я вообще не при делах, я не слушаю, что они там делают, это как раз был перевертыш, кей-поп именно песен. И что вы думаете? Одна из перевертышей была песня Monsta X. Я в этот момент вообще не слушаю, что там происходит, я жру, я сижу, точу свой сэндвич, мне вообще все равно, что там происходит. И тут мне начинают выскатываться сцены, я просто понимаю, что весь зал смотрит на меня, просто... Как ты, любитель Monsta X, могла не узнать эту песню? Я такая просто, что? У меня тут крошки сыпятся изо рта. Я жру сэндвич, я вообще не думаю, что там какие-то перевертыши. Это был позор вообще всей моей, да, жизни. Ладно, погнали, следующее. Это Ньютон. Шима-шима-шимайла. 100%. Да. Так, все сложно. С я вроде бы слушала эту песню, но я бы ее не угадала, я ее слышала всего один раз. Не могу понять, что песня. А, подумали. Странно, но я не угадала бы все равно. Не знаю. Написано изи версия, да? Да. Я давно не слушала Диолу, поэтому да. Прости меня, малыш. Так, господи, когда закончится этот... Мэд Мэнник?
уже мой голос. Так, очень знакомая песня. А что не могу вспомнить за песни? Пыра. Ну я тоже ее не часто слушала. Может пару раз. Хоть я и натыкаюсь на Гришу постоянно в ТикТоке, но эту песню слушаю пару раз. Та-ла-ла-ла-ла-ла. Не зима. Ну, эту песню я уже слышала почаще, поэтому я ее признала. Кажется, что нет. Да, да. Хотя этот клип я тоже видела всего один раз. Еще и сет пляшет. Голос как у Еско. Название я, конечно, бы не вспомнила, но... Да, все, трэш. Ну ладно, хоть с Мэдменом угадала.
она наоборот, она реально звучит как будто немножко на аду похожа. Ладно, позор мне. Жёг. Так, не важно. Я однозначно знаю эту песню, но я не могу понять, что это за песня. Позор! Мои стихи! Костя, прости! Да, косяк. Приезжайте ко мне, мы выучим с вами этот танец вместе. Ты не умеешь танцевать, даже не пытайся, дурочка. Да, мне понравилось, спасибо. Но я, конечно, затупила на нукты, это просто позор. Как давно я не слушалась в онлайн, поэтому простите меня. 20 минут я убила это. Спасибо за просмотр и за терпение, что вы, бедные, слушаете мой дурацкий голос. Всем пока.